Аузу биллахи мина шайтану раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас в нашем телеканале Хадис ТВ 3 и продолжаем серию передач, посвященных теме ваххабизма. Для этого мы вновь пригласили уважаемого нашего гостя шейха Гурбана. Ассаламу алейкум, шейх Гурбан. Алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Уважаемый шейх Гурбан, множество передач мы обсуждаем одну тему. Эта тема называемая таквиризм. Она проявляется как ваххабизм, также называют по-разному. Называют, но суть она заключается в одном, что мусульмане, определенная часть мусульман, которые называются мусульманами, обвиняют всех других в неверии и тем самым захватывают земли, убивают мусульман. И когда им уже невыгодно, как мы говорили об этом, они перестают этим заниматься. Когда они сидят уже на верхушке, им невыгодно убивать мусульман, они не делают этого. То есть мы объясняли суть этого течения, суть этого, не знаю, секты, правильнее сказать. Хотелось бы продолжить данную тему. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين Я приветствую прежде всего дорогих телезрителей Хадис ТВ 3. Мы говорили, затронули ряд вопросов, в том числе и те вопросы, которые, о которых вы упомянули, мы, общая наша тема – это такфиризм, ваххабитский такфиризм, такфиризм Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, его учеников, его последователей. И в связи с этим мы коснулись ряда важных вопросов. Но на данный момент мы хотим посмотреть на саму эту идеологию, такфиристскую идеологию, на чем она основана, да, на ее фундамент, на ее основание, на ее содержание этого взгляда, этой точки зрения. И обращая на это внимание, мы обнаруживаем здесь очень-очень важные противоречия. То есть нет никакой необходимости совершенно извне этой идеологии, извне этой точки зрения ее критиковать. Нет в этом никакой необходимости. Потому что сама эта точка зрения, сам этот такфиризм, основан абсолютно на противоречивых вещах. И, как следствие, воспринято серьезно быть не может. И говоря об этих противоречиях, мы ранее затронули основы этого такфиризма, то есть на чем Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, в частности, основывал этот такфиризм. Я очень-очень-очень коротко напомню об этом. Мы очень довольно-таки развернуто и подробно об этом говорили, но я коротко напомню. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб делит единобожие на три части, на три группы. То есть три вида единобожия он выделяет. Это единобожие рубубия, улухия и таухиду сифат. И единобожие в атрибутах Бога. И говоря о рубубия, он говорит, что это вера в то, что он единственный творец, единственный, кто управляет всем мирозданием и так далее. И он говорит, что это не является тем, что делает вера в это, не является тем, что делает человека единобожником. Потому что эти взгляды, эти убеждения имеются и в том числе у многобожников, он говорит. Второй вид единобожия – это улюхия, то есть когда человек поклоняется одному единому Богу. То есть, все поклонение принадлежит одному единому Богу. Это то, что он говорит. То есть, ихласуль ибада, посвящение поклонения, всего поклонения одному единому Богу. Это улюхия. Но, уточняя и определяя и виды, и разновидности, и деяния, которые подпадают под поклонение. Во-первых, он поклонение определяет как гаяту тадаллуль валь хушу, гаяту тадаллуль валь хушу, то есть это апогей самоприниженности и раболепия, да, определяет таким образом ибада. И говоря о видах, отдельных деяниях, которые являются
разновидностями поклонения он перечисляет ряд примеров, ряд действий, которые подпадают под поклонение. Мы об этом говорили ранее. И Тавхид уссифат и так далее. И он что говорит по поводу второго вида Тавхид улюхия? Он говорит, это тот самый Тавхид, то есть в поклонении единобожие, в поклонении является тем единственным качеством, тем единственным видом единобожия, который отличает многобожника от единобожника. Это единственное. Ну и так далее. Вот эти вот его рассуждения, о которых мы говорили ранее, очень коротко, основную часть этих убеждений, на которых свою веру и свою религию строит Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, об этих основах мы говорили ранее более подробно. Так или иначе, говоря об противоречиях, мы в первую очередь затронули вопрос о том, что это то, что говорит Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, и тот взгляд, которого он придерживается, является беспрецедентным. То есть до него ничего подобного никто не говорил, ни один ученый ничего такого не говорил, ничего подобного не выражал. То есть мы не встречаем в предыдущих ученых, то есть в предшественниках Мухаммад ибн Абдул-Вахаба ничего подобного. Даже у Ибн Таймии нет ничего подобного. Даже у Ибн Таймии нет ничего похожего на то, что говорит Мухаммад ибн Абдул-Вахаб относительно этого вопроса. То есть это не просто, он не просто делит единобожие на три части. Он выводит определенные положения относительно того или иного вида единобожия и в дальнейшем приводит определенные примеры, дает определенные определения, например, тому же поклонению. Он дает оригинальное определение этому понятию. И в дальнейшем приводит оригинальные примеры для поклонения. И на основании этого он идет дальше. Он идет в область и выходит из области убеждений, акиды, из области идеологии и переносится в область фикха, в практическую часть, в область уже, которая непосредственно касается такфиризма. И на основании этих взглядов, на основании этих убеждений, он выводит такфир. Именно на основании этих взглядов. То есть он касается такфир, вынесение такфир, это вопрос фикха. То есть он касается фикха. Так вот, мы говорили о том, что с одной стороны Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, мы приводили цитаты из его книг, говорит, что я не мучтаид, я являюсь мукаллидом, в том числе Ахмад ибн Хамбаля и других имамов, что я ничего от себя не говорю, я всего лишь мукаллид, я не являюсь муштагидом, я последователь, я не тот, кто самостоятельно выводит фетвы и решения, нет, я следую решениям и фетвам предыдущих ученых, имамов, в том числе Ахмада ибн Хамбаля. Но с другой стороны, мы ничего подобного тому, что говорит Мухаммад ибн Абдул-Вахаб относительно такфиризма, мы в речах Ахмада ибн Хамбаля или других, то есть то, что выводит Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, то есть на основании чего он выносит такфир мусульманам, вот эти вот деления и определения поклонения и определения видов поклонения, всего этого мы в трудах Ахмада ибн Хамбаля или другого какого-то имама, который предшествовал бы Мухаммад ибн Абдул-Вахабу, мы ничего подобного не обнаружим. И это, вне всякого сомнения, является явнейшим, откровенным противоречием. Почему? С одной стороны, он говорит, что я не мучтаид, я мукаллид. Хорошо, мы с этим согласны, ты мукаллид. Но откуда ты эти фетвы берешь? Это фетвы оригинальные, это твои фетвы, это твои собственные фетвы. Ни один ученый до тебя подобных фетв не издавал. Значит, ты лжешь, здесь есть ложь. Это первое противоречие, которого мы коснулись. Так? Но на этом все не заканчивается. Здесь в этом вопросе, в этих его убеждениях, в этих взглядах огромное количество имеется противоречий, на которые мы, с позволения Бога, еще укажем. И вторым противоречием в этом вопросе является следующее. Обратите внимание, он с одной стороны, мы напомнили, с одной стороны говорит о том, что то, что отличает
единобожника от неединобожника, это таухиду улюхия. Единобожие в поклонении, таухиду улюхия. Так? Это единственное, что отличает единобожника от многобожника. Хорошо, предположим. Далее он говорит, что поклонение это гаятуль тадаллуль валь хушу. Мы этот цитат приводили ранее. То есть это апогей самоприниженности и раболепия. Но когда у него спрашивают, например, Хамсуна Суалян в его книге спрашивают, а какие виды поклонения имеются, он уже дал определение поклонению. Гаяту тадаллуль валь хушу, то есть это вот крайняя и апогей самоприниженности и раболепия, он этому определение дал, дал определение поклонению, что из себя представляет поклонение. Но потом у него спрашивают, а что из себя представляет, какие виды имеются поклонения. Он говорит, их огромное множество, но и перечисляет ряд видов поклонения, перечисляет несколько видов поклонения. Например, я приведу здесь, например, говорит дуа. Я не буду все это перечислять. Мы ранее зачитывали эту его книгу, данную цитату. Говорит дуа. Молитва. Молитва. Истигаса. Крик о помощи. Зов к помощи. Истиана. Просьба о помощи. Прибегание к помощи. Прибегание к помощи кого-либо. Так, если кто-то кому-то, кто-то прибегает к чьей-то помощи, естественно, это поклонение, по его мнению. То есть поклоняется. Если кто-то пользуется чьей-то поддержкой, чьей-то помощью, то он поклоняется ему. Если кто-то кого-то зовет на зов, значит, кто-то кого-то зовет, кто-то кричит о помощи, значит, он поклоняется тому, кому он кричит, кого он зовет. Но здесь есть проблемы. Это то, что тот взгляд, на котором он строит свой такфиризм. Да? То есть та основа, тот фундамент, на котором он строит свой такфиризм. Но здесь есть проблема, с которым сталкивается Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, и не только Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, все его последователи, сторонники и ученики столкнулись с этими проблемами. А что это за проблема? Подобное определение поклонения и в дальнейшем определение подобных видов поклонения, как, допустим, истиана, истигаса, то есть определение этих деяний как видов поклонения создает проблемы. Что это за проблемы? Имеются огромное количество священных текстов, как аятов священного Корана, так и преданий от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, в которых те или иные божественные люди, например, пророки, например, приближенные к Богу люди, совершали одно из тех деяний, которые Мухаммад ибн Абдул-Вахаб определил как поклонение. Но совершали эти деяния не в отношении Бога, а в отношении творения. Например, пророк Якуб, это имеется в священном Коране, в суре Юсуф, имеется в конце суры Юсуф, имеется аят о том, что пророк Якуб совершил земной поклон перед своим сыном Юсуфом, алейхим ассалам. И это, вне всякого сомнения, земной поклон, это является одним из ярчайших примеров гаяту тадаллуль валь хушу. Это пример гаяту тадаллуль валь хушу. То есть, когда ты говоришь апогеи самоприниженности и раболепия, то сажда, суджуд, земной поклон является ярчайшим примером этого определения. Ярчайшим примером. Или же, например, приказ Всевышнего, который также имеется в священном Коране, ангелам поклониться и совершить земной поклон перед прародителем человечества Адамом, алейхиссалату вассалам. Это тоже является, то есть подпадает под определение, которое Мухаммад ибн Абдул-Вахаб дает поклонению. Мы сейчас не говорим о том, правильно это поклонение, то есть правильно это определение
или неправильное определение, что на самом деле из себя представляет поклонение. Мы, с позволения Бога, в будущем этого коснемся. Мы хотим посмотреть, как сам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб обращается со своим собственным определением и со своими собственными примерами, как он с ними работает. Есть еще другие примеры. Так, огромное количество этих примеров. Но мы приведем один такой пример из речей самого Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, которого он также коснулся. Если вы позволите, то после небольшой паузы. Иншаллах. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами. После небольшой паузы мы приведем данный пример. Уважаемые наши телезрители, мы прервались небольшую паузу, до которой говорили о секте ваххабизма. Варам Шагурбан, вы говорили о том, что Мухаммад ибн Абдул-Вахаб приводит свое мнение, и оно заключается в том, что каждый, кто поклонится, кто попросит кого-либо о помощи, это все является поклонением, и это является ширком, и человек выходит из ислама. Вы хотели пример привести его слов? Да, он приводит огромное, мы в качестве примера это привели, да, то есть он приводит огромное количество деяний, которые, по его мнению, подпадают под определение поклонения, ну и как следствие, если человек эти действия совершит в отношении другого творения, то это будет поклонением, и как следствие будет ширком. Так? Но здесь, как мы сказали, имеются ряд примеров из аят священного Корана, из преданий, в которых мы видим, что даже сами пророки совершали эти действия, которые Мухаммад ибн Абдул-Вахаб считает ширком. И мы хотим посмотреть, как он с этими примерами обращается. Обратите внимание, это Кяшф аш-Шубахат, в книге Кяшф аш-Шубахат. Он касается вопроса истигаса. Итак, он говорит, что поклонение – это гаята таталлуль валь хушу, то есть это апогей самоприниженности и раболепия, поклонение. И в качестве примера приводит ряд примеров, в числе которых и истигаса. Зов о помощи, крик о помощи. Если человек кому-то призывает, зовет кого-то, кричит, чтобы ему помогли, то это поклонение. И как следствие, если он кричит о помощи к Богу, то это поклонение, это единобожие. Если он кричит о помощи к другому творению, к человеку, джинну или ангелу, или еще кому-то, какому-то творению, то это ширк, это многобожие, по его мнению. Да? Но при этом он сам, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, сталкивается с преданием, где говорится о том, что люди, праведные люди, единобожники в судный день будут прибегать, в судный день будут звать на помощь пророков в судный день, когда будет идти расчет. И что с этим преданием делает Мухаммад ибн Абдул-Вахаб? Он утверждает о том, что это недостоверное предание? Ни в коем случае. Он говорит, это достоверное предание. Он с этим согласен. Но он не считает, что это как-то вредит его взглядам, его точке зрения. Обратите внимание, вот что он говорит в книге «Кяшф аш-Шубахат» на 50-й странице. Это его собственная книга. Он говорит, «Ва лахум шубхатун ухра», что у наших противников имеется некое сомнение, «Ва хуа ма дакара ан-наби, саллаллаху алейхи ва саллям, анна нас йаум аль-кияма йастагиисуна би Адам». И это сомнение заключается в том, о чем упомянул его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда сказал, что люди будут обращаться в судный день за помощью к пророкам. В первую очередь они обратятся к пророку Адаму, сумма би Нух, потом к Нуху, сумма би Ибрахим, потом обратятся к Ибрахиму, алейхиссалату вассалам, сумма би Муса, алейхиссалам, потом к Мусе, сумма би Иса, потом к Исе, факуллухум ятадирун, и все они будут отказываться от помощи, будут приводить причины не
помогать этим людям. Люди будут обращаться к этим пророкам, но они будут отказывать им в помощи. Хатта янтаху иля расулиллах. До тех пор, пока они не доберутся до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, к его светлости пророку. И когда они доберутся до него, и его попросят о помощи, калу, то есть он, естественно, будет помогать. Да? То есть в этом предании говорится о том, что все будут отказывать, а посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, будет помогать людям. В этом предании говорится. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. Он говорит, что наши противники говорят, что это предание свидетельствует о том, что зов о помощи, крик о помощи к кому-то помимо Всевышнего не является многобожием, потому что это звать на помощь не является поклонением как таковым. А значит, звать кого-то помимо Аллаха на помощь не является многобожием. Он говорит, валь-джаваб отвечает на это сомнение. Аннакуля субхана ман таби'а ла кулуби адаи. Восхваляет Всевышнего, который запечатал сердца своих врагов. То есть он говорит, что у этих людей запечатаны сердца, они не понимают очевидную вещь. Фаинна листигаса биль махлук фима ягдиру алейхи ланун кируха. Он говорит, не отрицаем зов о помощи, крик о помощи, истигаса, не отрицаем истигаса в том случае, когда творение способно ответить на наш крик. Может ответить на наш крик. То есть, если мы зовем какого-то человека, кричим о помощи, зовем его на помощь, и он может нам помочь, то он говорит, что мы это не отрицаем. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, он говорит, что здесь нет ничего плохого, мы это не отрицаем. То есть в том случае, когда творение может ответить на зов, на крик о помощи. И он приводит здесь примеры из священного Корана, фастагасаху аллади мин шиатихи аля аллади мин адуви. Пример Муса, алейхиссалату вассалам, то есть он приводит еще один пример, то есть ему привели хадис, он приводит аят. Аят священного Корана, где говорится о том, что человек звал и кричал о помощи. Кого звал? Его светлость Мусу, алейхиссаламу. Пророка Муса, алейхиссалам. Кто звал? Один из его сторонников, когда тот подрался с одним из врагов Мусы. И во время драки он звал Мусу, истигасаху, фастагасаху. То есть звал на помощь, кричал о помощи. И тот пришел на помощь, как мы знаем. Муса, алейхиссалам, пришел на помощь. Он приводит аят, говорит, в этом случае ничего плохого нет. Это не является ширком. Так? И здесь мы задаемся вопросом, что это значит? Разве здесь нету противоречия? Разве здесь нету очевиднейшего противоречия, когда ты говоришь, что истигаса, зов о помощи, крик о помощи является поклонением, одним из видов поклонения? И как следствие, если человек зовет и кричит о помощи к человеку, к другому человеку, то это должно быть многобожие. Почему ты говоришь, что это не многобожие? Почему? На каком основании ты говоришь, что это не многобожие? Ты ведь сказал, что зов о помощи является поклонением, правильно? Один человек зовет другого человека на помощь. Значит, он ему поклоняется? Ты говоришь, нет, он ему не поклоняется. Что это значит? О чем речь? Здесь есть несколько вариантов. То есть мы сейчас попытаемся понять, да, то есть попытаемся оправдать, дать какое-то право, да, вот как-то... помочь, так сказать, Мухаммад ибн Абдул-Вахабу и его сторонникам, и попытаться найти какое-то объяснение этому явнейшему и этому очевиднейшему противоречию. Одним из вариантов, который приходит в голову, это то, что
когда он говорит, что истигаса является поклонением, имеет в виду, что истигаса к Богу является поклонением. То есть, когда человек зовет Всевышнего на помощь, кричит о помощи и зовет Бога на помощь, Аллаха на помощь, то это является поклонением. А когда человек зовет другого человека или какое-то другое творение, ангела зовет на помощь, кричит о помощи к нему, то это не является поклонением. Он это имеет в виду. То есть, когда он говорит, что ну что здесь можно еще, что еще здесь можно предположить, какие еще здесь могут быть предположения, да? Почему он говорит, что истигаса там, где творение может ответить и способно помочь, это не является поклонением. Но при этом, когда его спрашивают о том, хамсуна суалан, это 16-й вопрос. Махия анвау либадат иллати ла туслиху илля лиллах. Его спрашивают, что это за виды поклонения, которые относятся только к Богу. И он говорит, мин анваиха, и перечисляет аддуа валь истигасату валь истиана. Он говорит, это одним из является молитва, истигаса, крик о помощи, истиана и призыв к помощи, прибегание к чьей-либо помощи. Что он здесь имеет в виду? Возможно, можно предположить, что имеет в виду, что истигаса является поклонением только тогда, когда ты обращаешься за помощью к Богу. Да? Но это предположение, оно очевидно ложное, и оно очевидно недействительное. Почему? Потому что, когда Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорит, что истигаса является видом поклонения, он не говорит, что истигаса к Богу является поклонением. Его спрашивают, какие виды поклонения имеются. Он говорит истигаса. Он же не говорит, именно истигаса к Богу является поклонением. Он говорит в общем. Он говорит без каких-либо здесь оговорок, без каких-либо условий. Он говорит, что истигаса в общем, само по себе истигаса является поклонением. Истигаса является поклонением, он говорит. Когда его спрашивают, какие виды поклонения имеются. Это с одной стороны. Поэтому мы не можем предположить, что когда он говорит, что истигаса является поклонением, то именно истигаса к Богу является поклонением. А к небогу он, здесь никаких проблем нет. Этого предположить мы не можем, во-первых. Во-вторых, когда он определяет, обратите внимание, когда он определяет, что такое поклонение, что он говорит? Что это апогей самоприниженности и раболепия. Когда человек кричит о помощи, когда зовет на помощь, это вне всякого сомнения подпадает под это определение, которое дал сам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб поклонению. Подпадает под определение поклонения, истигаса. Поэтому мы не можем предположить, что когда он приводит в одном месте истигаса как один из примеров поклонения, и в другом месте говорит о том, что нет, истигаса не всегда является поклонением и ширком, не всегда, то есть истигаса к не Аллаху не всегда является ширком, то мы не можем предположить, что здесь, потому что не позволяет нам то, как выражается Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, нам не позволяет поставить это условие, подобное условие, потому что он говорит, что поклонение гаят атадалю валь хушу, то есть это любое деяние, которое может расценено как самоприниженность и раболепие. Гаят атадалю валь хушу, то есть это все деяния. Он говорит, он здесь никаких условий не ставит, никаких как бы оговорок не делает. Поэтому с чего бы мы должны здесь в данном случае сделать оговорку? С чего бы? Ни с чего, то есть здесь нет никаких причин. Ну и помимо этого, сам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб совершенно очевидно, что обвиняет мусульман в этом деянии. Обвиняет мусульман в многобожии, в ширке. На основании этого мнения. Да, на основании этого мнения. Обвиняет в ширке, правильно? Поэтому если, когда он приводит истигаса, мы же
сейчас об этом предположении говорим. Мы говорим о каком предположении? О предположении о том, что когда он привел истираса как пример поклонения, один из видов поклонения, то он имел в виду истираса к Богу, призыв о помощи к Богу. Мы сейчас об этом предположении говорим. Мы сейчас пытаемся решить его противоречие, явное противоречие. И здесь это одно предположение, которое заключается в том, что когда он привел истираса как один из примеров поклонения, но он имел в виду истираса к Богу. А если не к Богу, то это поклонением не считается. Да? Это не соотносится, и это никак не сообразуется с тем, что он обвиняет в ширке тех, кто обращается за помощью, кричит о помощи к небогу. Обращается за помощью к небогу. Это не сообразуется. Потому что если это не является поклонением, когда речь идет о творениях, а является поклонением только тогда, когда речь идет о Творце, то с чего бы это было бы ширком? Обращение к творениям. С чего бы это было бы ширком? Нету здесь никаких причин. Это во-первых, но это такое предположение, которое сами ваххабиты и их ученые, и, в общем-то, ученики, толкователи Мухаммад ибн Абдул-Вахаба этого мнения не придерживаются. Есть другое предположение, второе предположение, которое озвучивается. Например, тот же самый Усеймин, ибн Усеймин, он, например, это второе предположение, то есть наше предположение, он озвучивает, то есть он говорит, что причина в этом. Но и нам нужно вот это, то есть разобрать и это предположение, которое они сами, в принципе, и озвучивают. Первое предположение, которое мы сказали, оно, в общем-то, они сами не озвучивают, и ее как-то предположить, ее как-то, в общем-то, с ней согласиться невозможно с учетом высказываний самого Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. Но здесь важнее второе предположение. Уважаемый Шейх Гурбан, спасибо большое, что пришли, разъяснили такой важный момент. Мы вынуждены попрощаться, так как наша передача подошла к концу. Иншаллах, на следующей передаче увидимся. Иншаллах. Уважаемые наши телезрители, иншаллах, на следующей передаче мы продолжим данную тему, а на этом я с вами прощаюсь. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.